Привет, народ! Нахожусь под впечатлением. Вчера вечером сходил на кино «Время первых». Сомневался и не хотел идти, так как русский кинематограф для меня, он на сегодняшний день, он мертв. Даже посмотрите Евгения Баженова «Бэдкомедиан». Он хорошо об этом и правильно говорит. Но, к всеобщему удивлению, и моему в том числе, «Время первых» — это, ну, потрясный фильм. Он зацепил меня, я не остался равнодушным и всем рекомендую. Это кино, когда ты понимаешь с первых минут, что оно классное, ты не зря отдал деньги. Или если вы будете скачивать, да, потом в хорошем качестве, когда выйдет. Ты понимаешь, что ты не зря отдаешь время своей жизни, там эти 2,5 часа, не просто так. Ты получаешь и не только экшен, который все так любят, да, но ты получаешь и смысл, и историю, подвиг героев. Многие, кто в школе не очень хорошо учились или подзабыли, это история. И фильм основан полностью на реальных событиях. Конечно, есть там какие-то додумки и приукрашения, без этого никуда, как же это кино. Но в целом он передает всю ту сущность. Консультация была с Леоновым, он главный консультант был по фильму. Все максимально реалистично, правдоподобно. Герои прекрасно были отыграны замечательными моими любимыми актерами. Миронова я обожаю, и Хабенский — классные актеры. Многие, кстати, критикуют, что он там плохо сыграл. Ничего подобного. Так нужно. Мне понравилось. Не буду критиковать этот фильм. Мне он понравился целиком и полностью. И ты это понимаешь сразу, с первых минут. Еще раз подчеркну. Не люблю тягомотину. Есть, конечно, некоторый негатив, небольшой такой, знаете, но это не вина героев и не умаляет нисколько их достоинства, и не вина фильмов и сценаристов, и режиссеров абсолютно. Это такие общие проблемы касательно политики, вот этой гонки постоянной, постоянно нужно соревноваться, постоянно превозмогать себя и так далее и тому подобное. Вот эта вся нездоровая политизированная ерунда, она, конечно, достает. Но, несмотря на это, фильм здоровский. Всем рекомендую. Приятного просмотра.